Согласно законопроекту, вступающему в силу с июля текущего года, расширят перечень контролирующих лиц. Теперь к ним могут быть отнесены лица, которых можно назвать как надзирающих, согласно международным стандартам финансовой отчетности. Центробанк постоянно будет вести перечень лиц, надзирающих за банками и публиковать их. К тому же, регулятор сможет подать заявление в суд о привлечении надзирающих лиц к дополнительной ответственности, помимо возмещения убытков. Больше новостей на нашем сайте.